В отделе по вопросам миграции ОМВД состоялся тематический семинар-совещание по вопросам трудовой миграции с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Заместитель начальника отдела по вопросам миграции, подполковник полиции Алексей Красников, напомнил о видах и способах привлечения мигрантов к работе и проинформировал о порядке ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина. В завершении встречи ответил на все возникшие вопросы.